Кого-то привозят на автобусах, кто-то добирается своим ходом. Инвалиды признаются, прийти на встречу в такой мороз для них настоящий подвиг. Я поехал на своей машине «Якушка», и она меня заглохла, ее бросил и переехал на попутки. Передвигаться невозможно. Вот я без обеих ног иду, и идти невозможно, скользко. Но холод мало кого напугал. Инвалиды давно готовились к выходу в свет. Думала и сделала стрижку. Были у меня длинные очень волосы, но я сделала стрижку. Ну что еще могу? Ну, наряд какой надену, соответственно, к этому празднику. В зале гостей ждал праздничный концерт. Поздравить инвалидов приехали и чиновники. Они рассказали, в городе делается все, чтобы инвалидам было легче жить. Такое направление, как доступность среды, ну, я думаю, что сложно переоценить. Мы здесь вместе с вами работаем в этом направлении. Немаловажное это оказание материальной помощи в виде грантов. Гораздо важнее для них отношение общества, признаются люди с ограниченными возможностями здоровья. Так молодых инвалидов-колясочников чаще всего из дома не вытащишь. Они просто стесняются и не хотят ловить на себе сочувствующие взгляды. Надо, чтобы общество менялось, чтобы люди с ограниченными возможностями не чувствовали себя какими-то необычными людьми, чтобы чувствовали себя полноправными членами общества. Сегодня они смогли почувствовать себя моделями. Инвалиды вышли на сцену и устроили показ мод особой коллекции.